хочу предостеречь от покупки негодного товара. Вот сейчас у нас появились в продаже вот такие вот пинцеты измерительные. Тут много чего понаписано, кто сделал. Вроде даже китайцы правильные какие-то. Вот такая вот штука. Вроде заявлены неплохие параметры. Но посмотрим, что это, этот прибор может фактически. У меня тут есть несколько конденсаторов. В основном нас интересует точность измерения емкости. Дело в том, что заявлена 5% точность измерений, плюс-минус 5 знаков последнего разряда. Вот сейчас мы проверим, так ли это. Тут у меня два конденсатора, вот 180, 200 пикфарад, и еще даже третий тут есть, 18 пикофарад. Вот сейчас мы это чудище включим, а может быть включим, и посмотрим, что оно нам покажет. Что у нас тут? Оно тут много чего меряет. Вот конденсатор, да? По идее, она должна померить емкость этих конденсаторов. Вот сейчас у нас 200 пикофарад на нашем телевизоре. Ой, трудно через камеру смотреть, попадать. Ну вот. Видим, вместо 200 239 пикофарад. Да? Что как бы не очень укладывается в 5%. Если в 5% точность. Берем конденсатор 180 пикофарад. Где тут у нас надпись? С этой, что ли, стороны? Вот 180, да. Вижу. Берем, отцепляем так. И что мы видим? Вместо 180 мы видим 219. Что как бы тоже несколько не попадает в этот допуск. Берем конденсатор 18 пикофарад. 18 пикофарад. И что у нас тут вместо 18? Какие-то 10 пикофарад. Вообще непонятно, с чего бы это вдруг. О, то есть этот прибор — это не прибор, а так, имитация прибора. Берем с виду такой же, но несколько другой у нас имеется еще приборчик. Этот сделан неким октакомом, М3055. На вид абсолютно одно и то же. Вот можете убедиться. Мы даже можем включить. Его мы сразу включим, а может быть включим. Так, минуточку. Ну, все, в общем-то, практически то же самое, только выбор предела вручную. Верхняя кнопка выбирает предел измерений. А так, все одно и то же. Да, ну посмотрим, что он у нас намерит. Потому что видимость, как мы знаем, не всегда соответствует содержанию. Вот, смотрим, 180, да? Сейчас, где там контакт у нас? Минуточку. Никак предел не выберу. Микрофарады. Нанофарады, вот. Нанофарады, берем 180. Меряем. Да что ты будешь делать? Контакт тут. Конденсатор, видно, не очень чист. Вот. 182. Какие могут быть вопросы? 182 пикофарада. Это прям... Конденсатор, кстати, хороший, 5%. Так что прибор соответствует конденсатору, показывает все правильно. Берем конденсатор 200 пикофарад. Ну вот, пожалуйста, 206, 205. Ну, это емкость рук, как возьмешь, такой результат и увидишь. Это, в общем-то, вещь понятная. Берем 18 пикофарад.
Ну вот, пожалуйста. Вместо 18 видим 20, что, в общем-то, практически недалеко. Это тоже, в общем-то, попадает в нашу точность. К тому же, если мы уберем пальцы, вот, мы видим вообще 18. То есть, вот этот палец нам погоду делает. Пожалуйста, 18. Как и написано. Ну, точность какая, да? Вот это прибор, это настоящий прибор, видите? Вот это октаком, это настоящий прибор. Тут у него все, тут у него есть даже наклейка специальная, как бы сказать, которую сорвать, теряешь гарантию. Все сделано как положено. А это фигня. Это вообще неведомо что. Это какой-то подвал. Главное, что несмотря на такое качество этого прибора, то есть им пользоваться практически невозможно, а стоит он 2500. Я бы еще, может быть, не волновался сильно, если бы он стоил, допустим, рублей 500. Хотя тоже обидно, конечно, но за 500 рублей еще такое говно можно купить. Но уж никак не за 2500, согласитесь. Вот. Так что, если вы увидите где-нибудь вот такие приборы, вот такие вот, никогда их не смотрите в их сторону. Это дрянь. Это никуда не годная подделка, которой работать практически невозможно. Вот и все.